Это бульвар Георгия Виеру. Где-то там в его конце, насколько я понимаю, из автобуса высадились эти люди. Вот это организатор, судя по всему, сейчас уточним. Вот этой группы организатор. Сейчас зададим ей вопрос. В одной из колонн мы сейчас идем по улице митрополита Гавриила. Обходим справа площадь. Одру. Впереди с табличками Гиди-Гич. Насколько я понял, это жители пригорода Кишинева. Из дальних городов никто не приехал, насколько я понял. Вот вижу украинский флаг. Сейчас уточним, кто это. Так. А это у нас Диана. Это Диана, которая ведет программу «Реинтеграция Приднестровья». Из парка Штефана Чалмари тоже идет колонна. Единственное, что разочаровывает, конечно, это когда видишь вот такую колонну, и каждому подходишь и спрашиваешь, кто вас организовал. А не, мы просто там с соседями созвонились, я сам приехал на автомобиле и прочее, прочее. Ну, понятно же, что организовано. Зачем скрывать? Ну, боятся, скрывают.